Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как связать вот такой цветок орхидеи для ирландского кружева. Для работы я использую нитки виолет. Набираем цепочку из 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Во вторую петлю от крючка провяжем столбик без накида. И далее по цепочке провяжем еще 13 столбиков без накида. Всего у нас их будет 14. Первый мы с вами провязали. Второй. Третий. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, 14. Одна воздушная петля у нас осталась. Далее набираем снова 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И начиная со второй воздушной петли от крючка, снова провяжем 14 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Далее еще раз наберем 16 воздушных петель и провяжем 14 столбиков без накида. Провязали. Теперь свяжем соединительный столбик в первую воздушную петлю. Вот такие три основы для лепестков получились у нас. Теперь мы их обвяжем. Вот в эти столбики вяжем 2 столбика без накида, 1 полустолбик, далее провяжем 2 столбика с одним накидом, 1, 2, далее провязываем 4 столбика с двумя накидами, 1, второй, третий, четвертый. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Один полустолбик, один столбик без накида. Далее вот в этот верхний центральную петельку, вот в этот верхний центральный столбик, мы провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И переходим на обвязку противоположной стороны. Точно так же вяжем за обе полупетельки столбик без накида. Далее провязываем полустолбик. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4 столбика с двумя накидами.
Один. Два. Три. Четыре. Далее провязываем два столбика с одним накидом. Один. Второй. Один полустолбик. И два столбика без накида. Вот здесь, где была у нас одна воздушная петля, в это колечко мы провязываем соединительный столбик. Таким образом, мы обвяжем еще вот эти две основы для лепестков. Между ними вяжем соединительные столбики в колечко. Обвязали все основы. И теперь нам нужно обвязать еще одним рядом столбиков без накида. За обе полупетельки вяжем столбики без накида в петли предыдущего ряда. Вяжем до вершины лепестка. Не пропускаем внимательно столбиков предыдущего ряда. В каждую вершину за обе полупетельки вяжем столбик без накида. Доходим до верхней центральной вот этой петельки. Сюда провяжем 3 столбика без накида. И по противоположной стороне точно так же за обе полупетли вяжем столбики без накида. Вяжем до основания лепестка. И между лепестками мы с вами провяжем соединительный столбик вот в эту петельку. Таким образом мы обвяжем все лепесточки. В конце ниточку обрежем и спрячем хвостики в мотив. Заправили ниточки. Нижние лепестки нашей орхидеи готовы. Приступаем к вязанию больших лепестков. Для этого набираем цепочку из 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. Далее провязываем еще один столбик без накида. Один полустолбик. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом в петли цепочки из воздушных петель. 2, 3. Далее провязываем 5 столбиков с двумя накидами. 1, 2. Три. Четыре. Пять. Далее вяжем один столбик с одним накидом. Один полустолбик. И вот в эту последнюю воздушную петлю мы провяжем 3 столбика без накида. 1, 2,
3. И переходим на обвязку противоположной стороны. Снова в первый столбик вяжем, в первую петелечку вяжем полустолбик. Ниточку можно сразу спрятать в этот ряд. Полустолбик. Далее вяжем столбик с одним накидом. Пять столбиков с двумя накидами. Один, два, три, четыре, пять. Далее провязываем три столбика с одним накидом. Один, два, три, один полустолбик, два столбика без накида, один, два. И вот этот последнюю эту петельку мы провяжем два столбика без накида. Далее переходим на вязание по противоположной стороне. За обе полупетельки провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем 1 полустолбик. Далее провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Следующий столбик провяжем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй в этот же столбик. Далее провязываем 2 столбика с одним накидом по одному в каждый столбик. Далее провяжем 2 столбика с одним накидом в один столбик. Первый и второй. 2 столбика с одним накидом. Это было с общим основанием. Следующий столбик точно так же свяжем 2 столбика с одним накидом с общим основанием. 1, 2. Далее провязываем 1 столбик с одним накидом. Следующую петельку провязываем полустолбик. И далее вот в эту вершинку провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Переходим дальше на обвязку противоположной стороны. Вяжем столбик, полустолбик, простите. 1 столбик с одним накидом. В следующую петельку вяжем 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Первый и сюда же второй. В следующую провяжем 2 столбика с общим основанием, 2 столбика с одним накидом. Далее провяжем 2 столбика с одним накидом по одному в каждую петельку предыдущего ряда. Первый, второй. В следующую столбик предыдущего ряда вяжем столбик с двумя столбик с 2 столбика с одним накидом, простите, с общим основанием. Далее провязываем 4 столбика с одним накидом по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Первый, второй, третий, четвертый. Далее провяжем
один полустолбик, и 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот что получается у нас. Далее вот в эту поворотную петельку мы с вами провяжем 2 столбика без накида. И далее переходим еще на один ряд обвязки. За обе полупетельки провязываем 13 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. В следующий столбик провяжем 2 столбика без накида. 1, и в этот же столбик 2. Далее провязываем по одному столбику. В каждый столбик 5 столбиков без накида вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующий столбик провяжем 2 столбика без накида. Далее вяжем снова 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее провяжем в столбик без накида предыдущего ряда 2 столбика без накида. И вяжем столбики без накида до конца ряда. В конце ниточку оставим длиной 15 сантиметров. Для того, чтобы в будущем пришить наш лепесток к цветку. Таких в конце вот здесь мы свяжем соединительную петельку. И таких элементов нам нужно связать 2. То есть вяжем еще один такой же лепесток. Связали второй лепесток. И теперь будем вязать серединку для нашего цветка. Для этого возьмем нить бордового цвета и наберем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую петлю от крючка провяжем столбик без накида. Далее провязываем полустолбик. Далее вяжем 2 столбика с одним накидом. И второй. В верхнюю воздушную петлю, вот в эту последнюю, что осталось, мы провяжем 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Далее провязываем в столбике предыдущего ряда 2 столбика с одним накидом, 1 полустолбик, один столбик без накида. Далее вяжем вершинку, вот эту вот соединительный столбик, набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5.
И в этот же столбик провяжем 4 столбика с двумя накидами. Вот в эту же верхнюю петельку. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И вяжем соединительный столбик в этот же верхний, в эту верхнюю петельку. Снова набираем цепочку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И в эту же петельку провяжем еще 4 столбика с двумя накидами. Первый, второй, третий, четвертый. И провяжем 5 воздушных петель. И свяжем соединительный столбик сюда же в центр. Ниточку обрежем и спрячем хвостики в мотив. Аккуратненько вот здесь вот немножко мы зашьем нашу дырочку, чтобы она меньше была. Вот что получилось. Обратите внимание, что вот эту центральную дырочку я немножко уменьшила во время заправки нити. Теперь прикрепим нить желтого цвета вот сюда вот к серединочке. И провяжем цепочку из 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. И в обратном направлении в каждую петельку воздушную мы вяжем по 2 столбика без накида. В следующую 2 столбика без накида. И таким образом вяжем до конца цепочки. В конце мы ниточку обрежем и спрячем хвостики в мотив. Продолжаем вязать до конца цепочки. Мы с вами связали все составные части нашего цветка. Теперь вот сюда вот к серединочке мы пришьем большие лепестки. Вот таким образом. И заправив нить бордового цвета, в иголочку мы пришьем вот таким образом в серединку нашу серединочку. Сшили все составные части нашего цветка. И вот такая орхидея у нас получилась. Спасибо, что вы вяжете вместе со мной. Ставите мне лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.